Людмила, Надежда. Меня зовут Александр, я профессиональный скрипач, выступал на всех больших сценах нашего государства как солист скрипач с разными московскими, украинскими звездами, снимался в некоторых фильмах. Позвольте вам передать те светлые пожелания, которые ваши мальчики в моем лице дали сегодня, 7 марта 2019 года, для вас. Жаль, что я не смогу вас поздравить лично, но это маленькое видео пусть станет для вас маленьким подарком именно от меня, благодаря вашим ребятам. И если вы будете плакать, то только от счастья. А счастье у вас будет от вечной любви. Попадать под дождь, то пусть он будет таким же веселым, таким же ярким, как фрагмент из «Лета Козы и Вальди», мной исполненный. Спасибо большое.